Черт, парень, да что с тобой? Я насчет работы, которую ты для Гакумбы делаешь. Послушай, есть один парень, бельгиец, на иностранные СМИ работает, работник херов. И на твоих клиентов тоже. Он им координаты должен сообщить, чтобы они знали, куда идти. Если ты до него доберешься, то можешь заставить дать ложные цифры. Нужно, чтобы они отправились в трущобы, в Макубу. Там они найдут грузовик, набитый лекарствами с черного рынка. Это их краденый товар. Он принадлежит конторе, которая их наняла. Представляю, как они взбесятся. Хочешь знать, откуда это мне известно? Эти сукины дети пришли за мной. Ведь это я груз из машины украл. Это все ловушка. Я заведу их туда, куда мне надо. Не хочется их убивать, но сам понимаешь, или они, или я. Все, что тебе сейчас нужно, это найти того бельгийца. Он где-то на вилле. Постарайся его убедить. У местных шишек здесь алмазы и фальшивые камушки чуть ли не из жопы лезут. Мы с тобой живем в Крыму. Ты так же рад работе, как и я. Свои слезливые истории втюхивай тем, кто поведется. Эй, что там такое? Это дерьмо в любом случае. Не знаю, все разошлись. Я посмотрю, а ты...
его видел в последний раз? Вон там. Мы сможем разобраться, что бы там ни было. Окей, окей. Браво, папа Майк, это Чарли 2-4. Вы меня слышите? Слышим тебя, говори. Примите координаты. Вас понял. Все дело испортил. Слушай, оставь меня в покое, ладно? Все, понеслось, старик. Ребята уже на ногах. Отправляйся в Макубу. Поживее.
кем-то дерутся. Если там кто-то есть, будь уверен, мой дружки ударит здесь. Так что оставайся на посту. Ирма, Хауэ, гэдом! Поняли, что лекарства не будет. Теперь они злы, как черти. Думаю, надо рвать когти.
Отлично, блин, сработано, старик. Цели как сардин в банке. Если хочешь уйти, я тут приберусь. Смотрю, смотрю.